Поехали. Добрый день, дорогие друзья, с вами компания «Кровмонтаж», я Мороз Алексей. Мы находимся на нашем объекте в поселке Быково Московской области. И сегодня мы вам покажем, как правильно производить монтаж металлочерепицы «Испанская дюна». Это не обычная металлочерепица. Монтаж металлочерепицы «Испанская дюна» отличается от монтажа стандартной металлочерепицы, независимо от профиля. Объясняется это тем, что металлочерепица «Испанская дюна» имеет свои размеры. Ширина листа 54 сантиметра, а рабочая поверхность, без учета всех стыков и нахлестов, 46,5. Может кто-то спросит, почему она такая узкая, 54 сантиметра, если стандартная металлочерепица 110. А я отвечу. Потому что стандартный лист металлочерепицы, который шире, мы прикручиваем саморезами сверху, и он по всей площади прижат. А в испанской дюне крепление идет по краю листа. С одной стороны кромка листа обладает зацепами, а с другой стороны паз, в который зацеп будет входить. Крепится лист к обрешетке в этих местах плоскими саморезами. Если сделать лист широкий, то в середине будет грохотать. Изготавливать эту металлочерепицу на производстве можно под размеры вашего ската. Самая главная особенность и фишка этой металлочерепицы — это то, что саморезы не закручивают сверху кровельного металла. Все вскрыто в замках и внутренних креплениях. На поверхности этой металлочерепицы вы не увидите ни одного самореза. На рынке она не распространена, выбор ее невелик. Насколько мне известно, в московском регионе выполняет это один завод. Оцинкованные саморезы мы прокрашиваем специальной аэрозольной краской в цвет металлочерепицы. Все яндовые у нас сделаны на клеймера, без саморезов. И яндовые значительно уже. Данный производитель этой металлочерепицы в своих требованиях предлагает следующие условия. Смотрите, яндовая значительно шире, тут 600 мм. И он предлагает в своих требованиях крепить на саморезы. Не докручивать 250 мм до середины линии изгиба яндовой. Внимание! Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм, это все яндовые. Про клеймера вообще ничего не сказано. Вот такие требования производителя. Производитель рекомендует 7 сантиметров от оси яндовой. Это место среза металлочерепицы. По этой линии мы будем снимать размеры и резать металлочерепицу. Есть доборный элемент, декоративная планка яндовой. Мы место среза это накроем. Больше, да? Да, а у нас всего два. Ну и хорошо. По самой обрешетке, по шагу крепления металлочерепицы отличий нет от стандартной. Шаг здесь стандартный, 35 сантиметров по осям. Монтировать ее нужно справа налево и только. Если стандартную металлочерепицу мы можем монтировать и в накладку, и подсовывать листы с разных сторон, то здесь есть некоторая сложность. Заранее рассчитывать листы, которые придут по скату. Если не произвести точный замер в уровень первого начального листа, то в карнизной зоне, где уже металлочерепица будет направлять потоки в водосток, может получиться не по диагонали. И, соответственно, на фронтонном крае кровли получится отход. Монтаж металлочерепицы «Испанская дюна» требует более тщательной сверки и точного расчета по скату. На этом доме мы вставили 7 мансардных окон. Сверху стандартный оклад из легкого алюминия, 3 степени защиты. Металлочерепица придет до большого ограничителя и прижмет поролон с собой. Даже если водичка перескочит одно препятствие, она встретит второе, поролон и еще одну окантовку. Обязательно желобок конденсата устанавливается сверху окна, разрезается гидроизоляционная мембрана и заводится сюда, соединяется с гидроизоляционным окладом окна, крепится клеймерами. Для чего? Для того, чтобы конденсат не бил под окно. Частая ошибка строителей, жалобы клиентов, что течет кровля, только вот все нормально, оно течет, она только в уголках окон, почему-то вот зимой. Это стопроцентное отсутствие гидроизоляции оклада окна и сопряжение с мембраной и креплением на желобке конденсата. Это частая проблема, друзья. Если окно смонтировано по технологии, протечек никогда не будет. We'll be right back.
Вот так мы закрутили саморезами вот эти просверленные отверстия. И следующий лист перекрывает эти саморезы и крепится замком в паз. Вот такое преимущество металлочерепицы «Испанская дюна». В остальном же все добурные элементы, коньки, боковые планки, карнизные, в принципе, ничем не отличаются от стандартной металлочерепицы. Также на этом объекте удлиняли, наращивали карнизы, делали ее от стены 65 сантиметров и подшивали металлическими крашенными софитами с перфорацией по всей плоскости. Они более долговечные и по структуре жестче выглядят. Наша компания покупает гладкие листы и гнем сами на гибочных станках в размер, который необходим непосредственно на объекте. Надеюсь, наше видео было полезным, познавательным для вас. С вами была компания «Кровмонтаж» и я, Мороз Алексей. Пока!